Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами продолжаем наши занятия по музыкальной гармонии, по тому, каким образом вообще живет музыкальная гармония, по каким принципам она развивается. И ближайшие наши занятия будут иметь сугубо практическое применение. Мы будем с вами разбирать очень узкие функциональные блоки, конкретные функциональные блоки. Конечно, для тех людей, кто не посмотрел предыдущие наши 11 лекций, будет немножко сложно, поэтому я вас отправляю посмотреть базовые наши лекции, с которых мы начали наш курс. Ну, а для тех, кто смотрит это впервые, ну, пытайтесь вникнуть, пытайтесь понять наш язык и пытайтесь понять смысл того, зачем мы это делаем. Скажу сразу, мы специально в наших этих уроках не используем никакую цифровую запись. Ни нотную запись, ни запись гармоническую, ни запись аккордов, буквенно-цифровую, совершенно по понятным и конкретным причинам. Дело в том, что любая запись является как бы промежуточным звеном, посредником между сознанием музыканта и его практикой, то есть его руками, между головой и его руками. И вот эта вот запись, она, конечно, бывает полезна на определенном этапе, когда в сознании не хватает определенных навыков, определенного понимания тех или иных вещей. Просто мне задавали вопросы, почему мы в лекциях не делаем какие-то дополнительные ссылки, какие-то цифровые там буквенные комментарии или нотные комментарии. Это делается осознанно для того, чтобы вы понимали изначально, как устроен аккорд, какие ступени в нем используются, какая это функция, какие есть функциональные связи. Поэтому самое лучшее будет, если вы на сегодняшнем уроке и на всех последующих просто будете включать наше видео, садиться вместе параллельно за музыкальный инструмент и повторять это. Повторять, нажимая на клавиши, повторяя вот эти аккорды, эти созвучия, и пытаться разобраться, как они происходят, какая нота выполняет какую функцию, какую занимает ступень и почему вообще все это происходит. Итак, сегодня мы будем с вами говорить только об одном узком блоке. Субдоминанта, доминанта, тоника, причем субдоминанта второй ступени, доминанта пятой ступени и тоника мажорная. То есть этому мы только посвятим сегодняшний урок и попробуем представить, ну, все возможные вариации обыгрывания этого функционального блока, какие только я могу вспомнить, вот, играя на клавишах. Но скажу вам сразу, есть несколько принципов, которые вам, конечно же, понятны. Выражая, то есть обыгрывая функциональные блоки, надо стремиться таким образом построить аккорд или созвучие аккордов, чтобы они находились очень рядом друг с другом. Ну, согласитесь. Если мы будем обыгрывать функциональные блоки субдоминанта, доминанта, тоника простейшими трезвучиями, вот самыми простыми, то в этом никакого смысла не будет. Вот эти вот скачки, то есть они никому не нужны. То есть интересно, когда все находится очень рядом, близко и локально. Когда рука находится в одной позиции, когда нет никаких перемещений. Это важно не только для музыкантов-пианистов, это важно вообще для всех, в том числе для гитаристов. Вот. У гитаристов есть очень полезный метод, который называется стандартная аппликатура. И гитаристы, когда стандартные аппликатуры осваивают, теоретически может сложиться впечатление, что вот они уже и могут все сделать. Они знают стандартные аппликатуры большого количества аккордов, они видят цифровку, они могут это все использовать, но при этом пропадает самое главное — понимание, из каких нот, из каких ступеней состоит этот аккорд, и умение на грифе гитаре, оперируя не стандартными аппликатурами, а именно нотами, выстраивать какие-то гармонические последовательности. И в некотором смысле гитарист является заложником стандартных аппликатур. То есть у него вроде что-то получается, но в целом картина у него не складывается. Ну, с роялем здесь проще. Здесь стандартными аппликатурами не обойдешься, потому что устройство хроматической гаммы таково, что одни и те же аккорды в разных тональностях будут иметь разные аппликатуры, разные расположения, и поэтому здесь надо включать голову по-любому. Итак, значит, все должно находиться рядышком. Все аккорды должны быть близки. И второй принцип.
независимо от функциональных связей аккордов, они могут не являться там, частью одного функционального блока, тоники, субдоминанты или доминанты, они могут быть совершенно вот, не близкими этими аккордами. Но если в двух аккордах существует хотя бы одна нота связующая, то можно добиться хорошего созвучия. Если эта нота находится наверху, тогда это еще проще. Вот я сейчас вам приведу пример, с которого начал сегодняшний урок. В каждом аккорде, который я буду исполнять, наверху будет находиться нота ля. Я сначала вам сыграю его целиком, потом покажу. Я вам еще раз повторю, посмотрите, попробуйте вообще понять, что происходит в гармонии. И понять это будет очень сложно, потому что аккорды настолько нелогичны. Конечно, функциональные связи в этих аккордах можно найти. Но эти функциональные связи на сегодняшний момент вторичны. Есть только одна нота, которая все это связывает. Вот смотрите. Ля мажор. Фа мейдж. Ре мажор с басом фа диез. Соль сус 9. До диез 7. Плюс 9 минус 13. До мейдж с 13 ступенью. Си минор и си бемоль мейдж с второй ступенью. Вот такие разные аккорды, но одна нота их всех связывает, и получается такая уникальная гармония. То есть это я просто при примере, имейте в виду, всегда нужно об этом помнить, что одна связующая нота должна быть, и если она есть, то гармония будет более благозвучной, более богатой. А сейчас мы переходим к нашей основной теме. Функциональный блок, субдоминанта, доминанта, тоника. Но будем мы это делать в нашей простой тональности, в нашем до-мажоре. Вот до-мажор будет наша тоника, в которую мы будем разрешаться. Разрешаться через субдоминанту и доминанту. До-мажор. Вот как выражена эта функция, обычная трезвучие. Я вам на предыдущих уроках говорил, что тоника может выражаться самым разнообразным образом. Вот давайте сначала посмотрим, как мы можем изменить этот аккорд, находясь вот в этой позиции. То есть рука никуда не двигается. Она находится вот в пределах вот этой вот октавы. Значит, вот трезвучие. Вот другой вариант, когда я вместо третьей ступени добавляю вторую. Вот большой мажорный септаккорд в обращении. Вот я могу в этом аккорде убрать первую ступень, потому что она не нужна, она существует в басу. Является лишней, аккорд становится более прозрачным, аккорд широкого расположения. Вот теперь в этом аккорде я меняю третью ступень на вторую, и получается вот такой аккорд, и он тоже выражает эту функцию. Или я смогу сыграть этот аккорд таким образом. Седьмая ступень, третья, пятой нету, а добавляется наверху тринадцатая. Или вот таким образом, когда внизу шестая ступень этого аккорда, девятая и пятая. Это, наверное, не все, что можно придумать, но вот это все, что пришло на ум. Итак, трезвучие. Трезвучие со второй ступени. Мейдж. Мейдж без первой ступени. Аккорд с девятой ступени. С шестой ступени внизу. С тринадцатой ступени наверху. Вот в эти аккорды мы будем разрешаться. То есть в эту тонику мы в результате придем. Но начнем с субдоминанта. Субдоминанта второй ступени. Субдоминанта второй ступени — это ре минорный аккорд. Вот оно, трезвучие. И если бы мы обыграли простой блок, ну, обыгрывая трезвучие, это звучало бы так. Вот это база. База банальная, база неинтересная. Теперь давайте модернизировать
субдоминантного аккорда, ре минор. Вот мы уже взяли в виде септаккорда, минорного септаккорда. И вот таким образом мы можем взять доминанту. Вот доминанта выражена в виде самого простого доминанта септаккорда, которым добавлена девятая ступень. И разрешились вот в эту, например, тонику. Или в эту тонику. Так, смотрите еще раз. Модернизируем доминанту. Сыграем доминанту не в виде доминанта септаккорда с девятой ступенью, а вот таким образом. То есть оставив шестую и девятую ступень в этом аккорде. И можем даже оставить тонику в этом же виде. Потому что у нас такое обыгрывание аккорда тоже было. Итак, смотрите. Или в доминантовом аккорде, который разрешается в мажорную тонику, есть такая хитрость, мы с вами об этом говорили, что некоторые виды субдоминантового аккорда можно практически не менять, поменять только бас, и функция будет выражена. Вот в данном случае вот этот аккорд в басу соль, а в аккорде фа мажорное трезвучие, это является аккорд сус 9. G-sus9, то есть это доминантовая функция. И это уже разрешить в тонику. Оставляем. Дальше. Дальше субдоминантовая функция у нас выражается не мало-минорным септаккордом, как сейчас, а мы добавляем к ней вот эту вот 11-ю ступень. И тогда, чтобы нам сыграть доминанту, нам тоже не надо ничего менять с аккордом. Смотрите, это получается сус, седьмая и первая ступень наверху, доминантовая. И разрешаемся в тонику. Здесь уже тоника уместна такая. Еще раз. Тоже получается какое-то такое созвучие, которое будет более актуально для поп-музыки. Для некоторых видов рок-музыки, где каждый диссонирующий аккорд не всегда уместен. Или все-таки возьмем и сделаем более стандартную доминанту. Сыграем ее вот так. Можно даже пятую ступень добавлять. И разрешимся уже в мейдж тонику. Или дальше. Давайте попробуем выразить субдоминанту вот таким хитрым аккордом. То есть логика понятна. Вот основной тон, вот третья ступень. Вот он, собственно, минорный септаккорд, который субдоминант выражает. Вот девятая ступень, вот одиннадцатая. То есть вот мы таким образом выражаем субдоминанту. Дальше. Вот таким образом мы можем выразить доминанту, сус 9, соль, и вот сюда разрешится. Еще раз. И это уже будет красиво. Или так сыграть тонику. Или так сыграть доминанту. И остаться в тонике. Или. Или даже так. Вот так. Закончишь на тонике. Виноват. Вот, пожалуйста, включите все это еще раз и попробуйте каждую группу сыграть одну за второй, понимая, какие ступени добавляются, как видоизменяется аккорд. А мы двигаемся дальше. Мы меняем позицию. Теперь у нас позиция будет немножко ниже.
субдоминантного аккорда у нас будет выражен в виде минорного аккорда, нон-аккорда с ноной. Вот она, нона, девятая ступень. Вот это субдоминанта. Мы можем оставить аккорд без изменения, поменяв бас на доминанту, и получится этот аккорд соль, сус, 13. Но седьмая, девятая, одиннадцатая ступень. Вот как раз сус, и вот это 13. Ну, в соль мажоре. И дальше разрешится в тонику. В нон-аккорд. Вот он весь в пальцах. Вот это вот. Большой мажорный септаккорд, вот это к нему нона добавлена. Еще раз. Доминанта. Аккорд остается без изменения и разрешается в тонику в нон-аккорд. Либо другой вариант. Мы меняем всего одну ноту до на си. Третья ступень доминанты. Разрешаемся в тонику. В такую. Или будет другая тоника. Пока мы совсем не использовали доминанту альтерированную. То есть все наши доминанты, которые мы играли, входили в группу доминант миксолидийского лада. А теперь давайте начнем сначала и будем использовать не простую доминанту миксолидийскую, а доминанту альтерированную. Это возможно. Мы с вами с предыдущих уроков знаем, что доминанта альтерированная, ну вот, например, стремится в тонику минор. А доминанта группы миксолидийского лада в мажор. Но нам ничего не мешает альтерированную доминанту, вот я сразу играю несколько вариантов этой доминанты, разрешать и в мажорную тонику. То есть это уместно. Красиво. Так вот, и в нашем функциональном блоке субдоминанта, доминанта, тоника, несмотря на то, что мы приходим в тонику мажорную в до, тоже можно использовать альтерированную доминанту. И тогда начинаем сначала. Вот субдоминанта, самая простая. Вот первая альтерированная доминанта. Здесь добавлена плюс пятая ступень. Разрешаемся в тонику. Разнообразие будет в этой позиции. Вот первая альтерированная доминанта с минус девятой ступени разрешились в тонику. Или вот, обратите внимание, появилась минус пятая ступень доминанте. Я не знаю, сколько сейчас я предложил вариантов всей этой музыки, но давайте начнем все сначала. Я просто все это пробегу медленно, а вы попробуйте еще раз со мной это сыграть. Вместе с этим вы можете ответить себе на вопрос, что вам из этого близко эстетически. У
Вот на этом мы закончим этот урок и в следующий раз поговорим о другом водном блоке, тоже субдоминанты, доминанты, тоники, но который будет разрешаться в минор. До новых встреч!